Минувшую субботу в рамках республиканской акции «Таза Казахстан» в области прошла массовая посадка деревьев. Мероприятие принял участие аким области. На сегодня в регионе уже высадили 10 тысяч зеленых насаждений. Глава региона Асхат Шахаров поддержал акцию и посадил ели возле центра духовно-нравственного воспитания «Анагат Агзам». Сажали деревья жители и работники строительных компаний. Всего территорию украсили 25 елей. Принимаем активное участие в эко-акции, вносим свой вклад в месяц акимом области. На прошлой неделе также не остались в стороне. Озеленением улиц имени Мустафы Шукаева, Халялдус Магамбетула, микрорайоне Алтын Орда занимаются сотрудники областных управлений и городских отделов. Там посадили 650 ясен. В триатлон-парке работники департамента посадили 20 елей, а в центральном парке его арендаторы 100 ясеней. В Иргизском и Багаинском районах работа почти завершена, а в Шелкарском районе на сегодня продолжается работа по озеленению территории. Всего жители региона, депутаты, молодежные организации, предприятия, трудовые коллективы высадили более 2000 елей и ясеней в парках, скверах и на аллеях. Шасан Шелбаков, Самат Каликенов, телеканал Актобе.